Тележку стащили, блин, с магазина, гады. Вот это же дверь наша. Луки! Где? Я же говорю! Руки за спину! Руки за спину, сказал! Чисто. Стой. Все, здесь все. Второй там. Гражданин какой страны? Российская Федерация. Уроженец какой страны республики? Узбекистан, Самарканд. Уродский находится какой-нибудь страной? Нет. За Узбекистаном? Нахожусь. Вы ко мне пришли, а не я к вам. Согласно 61 статьи 182 УПК РФМ, основанием для производства обыска является наличие достаточных оснований полагать, что в каком-либо месте у какого-либо лица мог находиться орудие преступления, предметы и документы, ценности. Пошлете кого-нибудь напасть, также почистить. Давайте я хотя бы посмотрю. Смотри, что тут. Что тебе мешает-то? Нож мой украдете. Если один раз пришли, что вам доказать, что-то объяснять. Ну а что тут сидишь, что-то объясняешь. Не вы боитесь, все. Скажи, как его зовут? Вряд ли я... Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».